видите? Я имею в виду не кошку, которая смотрит на улицу. И я имею в виду не мои цветочки драгоценные, удивительные. И даже не этот бассейн. А что вы видите? Знаете, я нашла напиток алкогольный. Он похож на молоко, который называется кокосовый ром. Вы знаете, у меня на него нет аллергии. Очень приятный на вкус, хотя я не люблю сладкое, то есть мед, мороженое. Можете вычеркнуть из моего рациона вместе со сгущенкой. Итак, вот этот ром. Сегодня Сергей и Даррел будут его пробовать. А также я хочу вам показать бутылку водки Смирнов. Бутылку водки Смирнов со вкусом яблока. Если Дарреллу нравится со вкусом яблока канадская виски Краун Рояль, то ему должна понравиться водка Смирнов. Но это не гарантированно. Вам, наверное, интересно, где я купила и сколько это стоит. Я специально такой голос сделала по приколу. Так, дорогие мои, смотрим. Так, $19 стоит вот эта бутылочка. А вот это я платила отдельно, надо наличкой, что-то я квитанцию потеряла. Она стоила $9. Так что мы будем почивать. А также у меня есть щи из свежей капусты. Правда, я их варю на косточках, на говяжьих, с добавлением кимчи, корейской острой капусты. Поскольку они работали на нашем дому, нельзя упускать шанса. Да, спаивать приходится. У необычных людей должны быть необычные тарелки, и поэтому у меня вот есть такие. Видите, бирюза. И обязательно золотая каемочка. С такими тарелками или золотой голубой каемочкой легко загадывать желание. Вот, так что надо фокусироваться на позитивном жизни, а не негативе. Чем больше будете думать о хорошем, тем больше позитива будет в вашей жизни. Вот наши главные. А теперь та же самая тарелочка с моими щами. Для Сергея Ивановича и для Даррела. Эй, Даррел, what's up, man? Эй, brother, what's up? Подожди, подожди. Нет? Так, привет. Привет, друзья. Привет, друзья. Итак, дорогие, пробуйте водка Смирнов. С яблочным привкусом. Яблоко. Apple. Apple. Okay. Let's go, brother. It's all right. Сергей, что ты думаешь? He doesn't like food and drink. Вот я сижу и думаю, что же пить-то? Или пить, или кушать. I don't understand. Окей, начинайте кушать. Start eating. Щи. What's going on, Joseph? Щи. Окей, щи. Щи. Yeah, that's the name of a soup. Щи. Щи. Окей. Подожди, бери. Тебе эта водка понравилась? Нет? Она плохая, но это ему она не нравится. Ну, да, она тоже, я тоже так же. I mean, put it like this. I'll be good with just like one glass of it, and that's it, you know. Mm-hmm. I don't want to keep drinking it. Okay. Ну, я точно уже говорю, что в следующий раз я буду проходить. If there was something else there to drink, I'd drink some of it. Well, okay. All right, good, good. What do you think for soup? Yeah, I like this soup. Haven't you had this before? Он, когда мы жили в старом доме, не делали ролики, он этот суп пробовал, поэтому он помнит его. Сергей все равно наливает, хотя сказал, что не очень водка. А как все равно его уничтожать надо? Не мне же одному. Приехал друг. А знаете ли вы, что сметана по-английски sour cream, и американцев не принято класть ее в супы, как у русских. Я так поняла, что Даррел решил, что мой суп немножко недосоленый.
Я ему говорю, сметану надо вообще попробовать добавить. Please help yourself. Okay, thank you. Сейчас мы посмотрим, как наши мужички будут пить этот ром. Нет, вот так. Вот так вот. Вот так вот. Я знаю, что вам не понравится! Yeah, yeah. Они пробуют ром. По-русски, in Russian, ром. Что-то я не понял. Drink what you want. Yes. I don't know. Ром, drink ром. А, ром, окей. Coconut. Coconut. Кокосовый ром. Yes, it's alright. It's alright. It's sweet, but it's not strong, so that's good. I've had this before. У него, значит, он это пробовал. Сергей Иванович. You know, this is how they also make white Russian. They use like a little coconut rum when they make white Russians here in the States. You ever had a white Russian? I mean, it's a mixed drink. It's a mixed drink at a Я bar. Я что-то не понимаю, ребят. А за что вы деньги платите? They use like milk. They use like milk and everything when they making it. You ever had it? I had white Russian when I had American husband. But I don't remember. It means it was years ago. Okay. But, so, Сергей, на шкале от 0 до 10. 0. Даррел, on a scale from 0 to 10. Coconut rum, honest. I give it about a 3 or 4. 3. От Оксаны Лесли. 10. 10. 10. Они решили запить водкой Смирнов. С яблочным вкусом, зеленое даже, яблоко. Что-то не могу, у меня даже в глазах рябит все после твоего какого-то. Сейчас скажешь, Оксана спаивает их ради своих гребаных ее роликов. Да ну какие там ролики? Так, давай. Давай. We're gonna teach Darryl to say давай. 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 Every time I use different fruit. Okay, yeah, different fruit. Okay. Я когда делаю компот, okay. Я всегда разный на разных фруктах. Даррел налила, он любит компот, попросил. No. У нас всегда есть компот. Я люблю компот. А если не полюбишь? Я люблю компот. А если не любишь? Я люблю компот. Very good. Я люблю компот. I watched American news. Okay. Where few weeks ago, mm-hmm. American protesters against Trump pulled their pants down, and they had a lot of naked butts in the media. And I know it's called mooning. Yes. What do you think about that? About protesting by pulling their pants off? I know you don't like Trump. Would you be a protester like that? Well, now I would protest, but I don't know if it would come to that. I don't think it should come to, you know, you just actually pulling your pants down like that. Come on now. Come on. Like, kiss my ass. That's bullshit. Yes, exactly. Exactly. That, bullshit. That's bullshit, people. Exactly. What did you don't have to get naked to prove a point. I like that. You don't have to be naked to prove a point. Чтобы что-то доказать, не нужно раздеваться. Interesting. Do you know any family member or any friend who would do it? Do I know anybody? I know plenty of people who would do that. You know that. I wouldn't do it. But yes, I have plenty of family members that'll do that. All right. Thank you. I love it. Give me a high five. Okay. Сергей, это так смешно. Я не могу. Я не знаю. Вот смех.